Всем привет, ребята! С вами Винди Финди, и сегодня мы снимаем видео по новой игре под названием Roblox. Со мной будет играть мой друг Матвей. Всем здравствуйте. Вот. Сейчас мы будем играть на сервере. Вторая часть Survival'а. Вот. Почему вторая? Потому что на этой части есть шарик, яблочко и компас. Что в первой части нужно было покупать за робоксы. Как вы видите, шарик позволяет нам летать. Подожди. Где ты? Я к маяку. Яблочко делает нам жизни. Да. А компас, с помощью него можно выбирать карты. Да уж. Вот. И смысл этой карты... Ой. Случаются какие-то стихийные бедствия, и их нужно остерегаться. Если играть в Roblox, они знают эту карту. Ну да. Вот. Матвей, лучше сверху... Кислотный дождь. Да, я не в самом низу и не в самом верху, так что меня кислотный дождик просто не достает. Кислотный дождик. А у вас льется дождик наверху? Ну да, нам просто изи, мы тут чилим. На самом верху стоим просто в уголке и в принципе нам норм. Да уж. Ой, там что происходит? А нам вообще пофигу. Да уж. Ой, а вот сейчас надо вниз. Ой. Ай, жизнь. Там сейчас... Ой, тут маяк упал. Еще одна капля дождя на меня, и я умру. Ты понимаешь? Давай, я тебя вижу. А ты где? Я сзади тебя, вон, я сейчас прыгаю. А вон ты. Давай. Вот, беги. А там у меня очень мало. Ай-яй-яй. Фух. А я не выжил, что ли? Стоп! А, я выжил, фух. Да уж. Меня придавило. Понятно. И... Кстати, там кто-то еще остался на карте. А, это следующая карта. О! Класс, ты в топе. О, я знаю эту карту, она прикольная. А, да. Погнали! Сразу на крышу никто не допрыгнул. Вообще круто. Все, я допрыгнул. А я в трубу. Опа. Так, все, я тоже в трубу. Ой. О, давай я. Привет. Ай, тут так много людей. Что? Ты по мне топчешься. Да, я знаю. Так, в общем, я пошел в дом. Все в трубе, представь. Интересно, что сейчас... Что будет за стихийное бедствие сейчас? Землетрясение! Братан, я умер. На меня блоки попадали. Я видел. Ой, тут так сложно. Ай, не надо, меня сейчас дом раздавит. Ой, как лагает. Ой. Меня тоже лагает очень сильно. Ой. Фу. Все, перестало лагать. А, когда я... О, ты бы просто видел, во что превратился этот дом. Я вижу. Там ничего нет. Стоп! На этой карте остался только я и еще один челик. А, еще... 4 челика. О, дом просто вылетел. Все, у меня отлагало, слава богу. У меня тоже. Братан, иди сюда на спавн. Я не хочу умирать. Хитренький какой.
сам умер и говоришь, что типа умри, чтобы прийти на спавн. Не-не-не-не-не, я лучше останусь и буду ждать, пока землетрясение кончится. А я начальника запрыгнул на его голову. О, едем, едем. Я тут просто сейчас встал на землю и куда-то еду. Чего? У меня тоже такое было, вот из-за этого я умер. О, стоп, я только сейчас заметил, что у моего начального скина одна нога объемная, другая плоская. Я тоже заметил. Так. Только это не так. Иди. Я вот сейчас около доски топа. Привет. И а давай на друг друге попрыгаем. Не. А я на доску запрыгну. Стоп, а я есть в топе? Нет. На! Ты ж только начал. Ну да. Ой, я знаю, куда я пойду сейчас. Ты куда хочешь? На кораблик? Вот сюда. Да. Что, почему он остановился? Почему кораблик не едет? Я тоже интересуюсь, о чем. Ой, все, поехал. Стой, стойте, без меня не выезжайте. От далекого лица делай, так прикольнее будет. Ты куда? Я пошел, если вдруг будет цунами, то лучше я залезу на башню. Ай! Кислотный дождь! Кислотный дождь! Скорее в здание! Бежать, бежать, бежать! Нет! Я тоже успел. А где ты? У меня просто малюсенькая полосочка. А где ты? Я в доме в начале, где вход сюда, я в домике каком-то. Видимо, ты в другом каком-то домике. Я в самом большом домике. А я вот в самом маленьком. Надеюсь, я переживу это. Что? Я умер. Из-за чего? О, блин, там надо мной крыша это сломалась, и у меня было мало хп, и... Крыша стоит, представь. Да уж. Бам, бам, бам. Я просто кайфую. Чилю. Да уж. Та-дам, та-дам. Ой, я сдох. Да уж. Ну, в общем... Я на спавне. Блин, мне чуть-чуть не хватило, чтобы додержаться до последнего. Угу, да уж. Сожалею. Я тоже, я тебя вижу. Оба. Я долетел прям в серединку, смотри. Next map, Ghostal... Чего? А, это маяк. Ой. Ой. А что сейчас будет, интересно, за бедствие? Цунами, что ли? Не знаю. Но если цунами, то я на дерево залезу, потому что дерево не смоет. Это я помню. Вообще, это дерево смоет. А, ну тогда я наверх. Лучше лезть на маяк, если будет цунами. А его смоет снизу, и он просто разломится. Сверху. Да, поэтому нужно залезть на крышу маяка. Ой, я батут вижу. Где? О, вулкан! Да ладно, а я на вулкан тогда. Тогда, если ты умрешь, то... В общем... Когда раунд кончится, то тебе не засчитается то, что ты выжил. А я пошел в маленькую будочку, которая на самой... Наталья. Чего? На меня упала
гигантский кусок. Все, я не чилю. Ты умер? Да. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Что у вас там происходит? У нас тоже вулкан есть. Но он уже закончился. И... Ой, я прыгаю. А где ты? А, вот я тебя вижу. Ты около доски. Да, я знаю. Я залезал сюда. Привет. Ай, ай! Чего? Ай, яблочко. Брутон, представь, отдали камеру, и ты увидишь то, что у меня яблоко в руке, в стене прям. Сейчас. Ой. Да! Ладно, приближу камеру. А где ты? Так. Уи! Привет. Вот. Это моя сестра. А, всего три человека вырвало. Ай, да чё? Ладно. А я попрыгал, смотри. Я сдох. А где? Нет, проблема теперь, если... Надеюсь, ты успеешь возродиться. Я не успею там. А, ты вот вон. Стой, не прыгай. А, нет. Я не прыгаю. А, все, я возродился. И я на карте. Да, ой, я тоже. Прикольно, как я не играл. Да, Glass Office, это прикольно. С первого раза, он просто упал с крыши. Стоп. Ну, давай, прыгай. Серьезно? Стоп! Я не так запрыгнул, представь? Представляешь, я просто встал на тебя и... А, нет, я на какого-то другого игрока встал. Господи, я в самый низ упал, представь? Да уж. Нет, не падай. Нет, все-таки я буду вручную подниматься. Не... Мало ли чего. Мне показалось, или... Или это... Или я увидел, что у одного из игроков был ник Винди Финди. Это ты? Нет, у меня никнейм другой. А где ты? Я это на соединяющем уровне баш этих двух офисов. А я пошел вниз, потому что внизу самое безопасное место. А, давай. Я у окошка стою. Там один человек кашет. Или девка. Ай-яй-яй, я падаю. А, я выжил. А где ты? Привет. О, я... Привет. Вот. Я у окошка чилю. Внизу да. Самое безопасное место. Да. Я пойду прогуляюсь пока. Уи-уи-уи. Люди вообще чилят, они на улице ходят. Да. А я тоже на улице хожу. Блин, все, я не буду выходить на улицу, на моих глазах просто чел вышел на улицу, и его сразу же, прям в него четко попала молния. Ладно, я пошутил. А я чилю, просто гуляю. А, я тебя вижу. Кстати, о том, что в чела попала молния, это я просто пошутил. Ну да, для меня это все равно. О, отлично, ура. Смотри, сколько человек выжило. Да. А не влезает. Так. А, это другой был никнейм Виндифол. Так. Да блин, на моей... на доске... на доске? Да. Ты вон. У тебя 6 очков. Или 7, я не увидел. О, погнали, чего? А... Мне кажется, сейчас будет кислотный дождик. Мне реально кажется, что будет кислотный дождик. Нет. Но, по крайней мере... А, я помню это. Да. 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 Это очень... Да. О, тут кровать есть. Да, тут даже сундук есть.
Чего? Выживаем в Майнкрафте. Майнкрафт в Роблоксе. Ой, какая метель. У меня... Как? У меня так много хп снялось, блин. У меня очень много хп снялось. Так как мне зайти в дом? Блин. Лайфхак, чтобы тебя не начало заметать метелью, ты должен просто постоянно ходить, не останавливаясь. А я сижу на сидушке, и мне все равно. Где, где посмотри, сидушка? Я переднего дома стою. Да блин, тут... Ай, блин, у меня очень мало хп, у меня очень мало хп. У меня очень мало... У меня гипер мало хп. У меня очень-очень-очень... Я сейчас умру, все. Нет, ай-яй-яй, тут, ну, у меня очень мало. Очень мало хп у тебя. Я к тебе сейчас приду в дом. Стоп, а где тот стульчик, на котором ты сидел? А, все, я сел. Пошли. Сядь на вот это вот кресло. Я сел. Все? Иди ко мне. Да не, я лучше здесь посижу. Я чилю, потому что у меня даже хп не снимают. Да уж. Братан, а знаешь, в чем минус? В чем? А, я выжил. А, я тоже. Это... Стой, только не вставай со стула. Ой, блин, я встал. А, тут есть еще лежаки, представь. Да. Все, и сейчас, смотри, сейчас карта уберется, и мы останемся на ней. Ба-бам! Человек, шилка прят. Мы даже можем почилить немножко на этой карте. Но нас потом все равно перекинет. Да. А ты сейчас снимаешь ролик? Да. А сколько мы сейчас, подумай, снимаем? 17 минут. Нет. Как 37. Нет? А, еще плюс то, что у нас неудачные ролики были. О, привет. Оп. Давай. Пошли погуляем. Не, давай вот сюда залезем. Стоп. Стоп. Погода плохая. Думаю... Человек-паук делает то, что делает циклоп. Чего? А, человек опять кислотный дождь. Что? Знаешь, в чем минус наверху быть? Сейчас крыша ломается. Да. Зайди наверх, посмотри, что тут творится. Я не хочу. У меня мало хп. Смотри, я живой пока что. Пока что. У меня очень мало хп, я не... Я почти... Брата, я умер. Меня придавило. Поздравляю. Это ж, вот, это гениальный план, Волтер. Просто гениальный. Потому что он стоит 500 этих кристалликов. Не понял. Что? А это что? Что? Тут самый винер, самый лучший, набрал очков 1245. Это Глада Герл 323. Что? Да. Она сколько на, здесь играет? Она тут что ли несколько лет тут играет непрестанно? Как братан, у нее? Братан, а у меня уже 7 очков. Поздравляю. Так, тут крыша скоро обрушится. Я сейчас посмотрю, сколько у тебя. О, все, я выжил. Блин, перекрывай экран. Ты еще... Так. А это тебя не могу найти на доске. Какой супергерл? Тут у самого... Где? Ты куда я ушел? Вот. А, Бэтвинер. Сколько она побеждала. Ты сейчас с чем-то. Я на башню. Это не башня, а маяк. Интересно, что сейчас будет опять? Не, я слева
слева на домик пойду. Сейчас кислотный дождь будет. Нет, сейчас будет другое. Зато я нашел печку. Стоп, нужно искать... О, я ненавижу. Блин, у меня очень мало хп. Очень мало хп. А что, сейчас... А, ну там сейчас метель будет. Мне стул надо срочно. Кислотная метель. Тут нету стульев. Во, блин. Что сейчас будет? Так, я лагом сделаю так, что я... Стулья есть, братан. Стулья есть. А где? В домиках маленьких. Все, я рискну своим здоровьем и побегу к ним. У меня очень мало хп. Домика? Ай-яй-яй, лаг. Здесь два места, представляешь? Все, я сел. А я сижу тут, чилю. У меня даже одного хп не снялось. А где ты, кстати? Ты, видимо, в другом. Я во втором. А вон, ты, я тебя вижу. Беги направо. Нет, я не буду, у меня очень мало хп, если я встану с... Короче, я, чтоб ты смотрел, я на тебя, ты у меня справа. Давай я закончу видео на вот этом вот, это, на вот этом вот... Отрежь. Ну да, когда у нас кончится вот этот вот, ну этот раунд. А то мы уже больше 20 минут, тогда это... Просто подписчикам мне будет интересно. Да. Ну ты это вырежи, ладно? Ну да. Братан, проблема в том, что я сижу и у меня нет дома. У меня точно такая же проблема. Братан, привет. Привет. Ай, я ударил. Ты просто посмотри на мой дом. Это у тебя вот тот вот, а у меня вот это вот. В общем, и на этом моменте мы будем заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока.